Привет, меня зовут Саша. Мне 13 лет, я приехала со Львова. Очень мечтаю стать известной, успешной певицей. Я не пришла на шоу для того, чтобы проэкспериментировать, а для того, чтобы победить, для того, чтобы войти в финал. Я просто в школе на всех концертах выступаю, и пришла одна преподавательница и предложила мне с ней заниматься классическим вокалом. Но я согласилась, прозанималась с ней, вот. Но это этим закончилось. Мне классический вокал не подходит. Он немного скованный, нужно ровненько стоять, сложа ручки, петь строго, красиво. Я поняла, что нужно выбирать песню, которая именно мне очень нравится, которая подходит мне. Я готова себя показать, чтобы у них пошли мурашки по коже. Красиво рухається на сцені. Like a lazy ocean hacks the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Потапу самого начала. Хотіла до Потапу? Да. Ну, бачите. Браво! Спасибо. Боже мой, сколько тебе лет? 13. Как тебя зовут? Саша. Ты точно очень талантливая, солнышко, очень талантливая. И спасибо. Я не знаю, я даже вот не знаю, возможно, я даже буду сожалеть, что не нажала кнопку. Потому что, глядя на тебя сейчас, я понимаю, что можно было бы Конечно. Делать. Конечно. Надо чувствовать. Сашенька. Я повернулся, потому что я услышал модуляцию. Когда ты выходила вверх туда на нотку, мне очень понравилось. Я ждал, интересно, потянешь ли ты эту ноту или нет? Потому что очень приятный тембр. Когда я повернулся, я обалдел, кто же обладатель этого голоса? Какая красивая девочка. Саша, мы уделаем с тобой всех. Мы подберем такой материал. Мы так с тобой запоем. Мы еще добавим сюда еще шоу-бизнеса. Я тебя приветствую в своей команде. Можно я себе тебя возьму? Вот она. Молодчина. До зустречи. Спасибо. Дякуємо. Меня удивило то, именно в этой девочке, как она очень аккуратно, очень трогательно, нежно, очень красиво спела это. Поэтому я очень рад, что у меня именно такой участник.